для наших зрителей давно не секрет, что Энечка очень любит Рыжика. Несмотря на то, что ему уже больше месяца, она продолжает относиться к нему с нежностью. Кадры, которые вы видите, тому подтверждение. Меня настолько поразила эта сцена, что я решила сделать отдельный сюжет. Между матерью и повзрослевшим ребенком абсолютная гармония. А ведь Энечка уже неделю сидит на новой кладке. Комментарии здесь излишни, все понятно и без слов. Ну вот, собственно, и все. Оставайтесь с нами, впереди вас ждет много интересного. До скорых встреч!